Мы еще, Леша, не разгребатели. Сюда, Сейчас будет медленная композиция, после нее мы начинаем работать. Окей? Все знают свою очередность, кто за кем выступает. Вот у нас, значит, шеф сегодняшней программы. Вот у него, значит, есть список, у которого все монограмма отдавать. Монограмма, значит, находится в конце зала в левом углу. Там человек сидит, он знает, что я там человек сидит, да, звукооператор. Его зовут Евгений. Сниму, пожалуйста. Хороший мальчик. А, Женя. Да, Женя его зовут, туда подойдите, он все хорошо. Так, сейчас мне осталось только одну секундочку пойти. Пойди, найди. Ваши бодрые, энергичные лица в этом зале. Надеюсь, вы все знаете, что сегодня мы празднуем мы 15-летие творчества замечательного человека, певца, поэта, композитора Сергея Мудрова. Поаплодируем, кстати. Сергей Мудров, я его, кстати, удал, потерялся, немножко примерно потерял. Диника Сергея Мудрова, встречайте его. Вот. А почему я его вывожу? Я мог, собственно говоря, вывести его где-нибудь в середине, мог его вывести в конце, но есть в зале желающие его поздравить, конкретно смотреть, буквально после каждой песни. Вот там Сергей Мудров, тот самый знаменитый. Сереж, скажи какие-нибудь пожелания своей публике сегодня, вот публике, присутствующей в нашем клубе «Манхэттен Экспресс». Пожелания, я могу сказать только очень большое, большая моя благодарность за то, что вы все пришли на наш маленький концертик. Я думаю, что будет еще очень много сегодня интересного и веселого. Я думаю, что вы не потратите время зря. Это был Сергей Мудров. Он там еще будет неоднократно. А я хочу пригласить на сцену следующего представителя нашего забойного концерта. Встречайте аплодисментами. Яна! Ваши аплодисменты, дамы и господа! Это не всерьез.
ваши аплодисменты. Спасибо большое. Я хотела бы сказать, что это не только замечательный поэт, певец и композитор, но он и поистине прекрасный человек. Спасибо тебе, Сережа, за все. Спасибо. Мне хотелось бы, чтобы этот путь был очень легким у нее, творческим. И сейчас, как бы, я передаю микрофон Вячеславу. Хорошо и лаконично, Сергей Мудров, не уходите далеко, мы вас еще не раз вызовем на эту сцену. Дамы и господа, сейчас мы с вами немножко поиграемся. Дело в том, что без игрищ, но какой концерт? Ведь Сергей Мудров замечательный поэт, композитор, певец, да? Мы придумали такой маленький экспресс-конкурс. Вам сейчас минимальное количество времени, чтобы придумать рифму на слово «поэт». Итак, Сергей Мудров, поэт. Я иду в зал к вам. Итак, поэт, рифму. Поэт, привет, я сам первый придумал. Ну? Поэт. Дамы и господа, у нас учреждены такие потрясающие призы за победу в этом конкурсе. Щедрость наша не имеет границ. Границы имеет только наш бюджет, в рамках которого находится эта щедрость. Итак, поэт, ну? Билет! Как? Билет. Молодой человек, иди сюда. Вот. Билет. Молодой человек говорит, билет. Я досчитаю до трех, и молодой человек победил. Билет раз, билет два. Билет! Билет! Как? Балет! Балет! Балет, балет раз. Балет. Да, конечно, можно еще. Балет. До бесконечности можно. Поэт лучше нет. Поэт лучше нет. Мамед. Мамед. Мамед раз. Сюжет. Сюжет. Вы. Безымянский. Что безымян? Квартет. Квартет. Михаил Безымянский. Это как-то рифмуется со словом поэт, дамы и господа. Ваши аплодисменты за самую оригинальную рифму. Нет, это девушки не победители, они просто срифмовали со словом поэт. Можно? Михаил Безымянский, да. Поэт полосатых хитов. Поэт полосатых хитов. Тоже как-то делаем стихом. А он гитарист. Сергей, поэт еще и не квартет. Поэт еще не квартет. Итак, все-таки окончательный вариант. Квартет раз, квартет два. Квартет, да? Сегмент, говорит девушка. Это даже как-то с поэтом тяжело рифмуется. Итак, сегмент, да? Принимаем? Не-не-не-не. Как? Портрет. Поэт-портрет. Эстет. Эстет раз, эстет два. Ну, будут еще варианты? Кларнет. Кларнет. Балет. Покажитесь. Балет. Балет раз, балет два. Балет. Балет уже авторитет. Был. Авторитет. Сердцеед. Сердцеед, да, к мудрому подходит. Сердцеед раз, сердцеед два, сердцеед... Комплимент. Комплимент? Да. Вы считаете, что это слово рифмуется со словом поэт? Да. Замечательно, я вас поздравляю. Комплимент. Комплимент раз, комплимент два. Как? Куплет. Куплет, десерт. Десерт раз, десерт два. Куплет. Дуэт. Комплимент был? Девушки, ну что вы? Вы просто воруете чужие рифмы. Я уже заметил не раз. Сигарет, говорят. Сигарет. Видимо, во множественном числе. Букет. Как? Лазарет раз, лазарет два, лазарет три. Эти девушки победили. Девушки, вот вам замечательный Milky Way, волшебный сундучок. Возьмите его, кушайте на всех. А то, что соберете, подарите имениннику Сергею Мудрову. Итак, девушки у нас победили, а я хочу пригласить на эту сцену следующего участника нашего шоу-представления. Встречайте долгими и продолжительными аплодисментами Лена Куликова. Я стала другой. Осень закружит опавшую.
музыки Сергея Мудрова, поэтому мы ее сейчас попросим. А вот Сергей Мудров. А это Сергей Мудров. Ваши аплодисменты, дамы и господа, ну что же вы просто так стоите? Это Сергей Мудров, хотя он пытается перекрываться цветами. Сереж, убери цветы, чтобы все видели тебя. Хорошо во всей красе. Спасибо, Слава. Я хотел бы, чтобы Лена сделала еще один маленький подарочек мне и спела еще одну песню для меня, которая будет называться «Звездочет». Я очень хочу этого. Сейчас я хочу пригласить на сцену, дамы и господа, вы простите, я пойду вот так нон-стопом, да?
человека, которого вы постоянно видите на экранах телевизора. Вася Богатырев. Встречайте его, он будет именинником Сергеем Мудровым вместе. Вот они оба идут, я передаю микрофончик. Добрый вечер вам всем. Серега, добрый вечер тебе. Я хочу сказать пару ласковых слов, потому что при упоминании Вася Богатырев почему-то, не почему-то, я считаю, что не почему-то, постоянно как вторая половина меня, это есть Сережа Мудров. Говорят, Вася Богатырев подразумевает Сергей Мудров. Я надеюсь, что наоборот, потому что где-то уже 4 года с половиной назад я приехал в этот красивый город и встретил этого замечательного, красивого парня. Ничего плохого не подумайте. Нас объединяет только творчество. Я уже не помню, сколько мы с ним натворили в городе. Вот. А в качестве подарка, Сережа, не буду много говорить. Хочу пожелать тебе все больше и больше творчества, новых мыслей, новых идей, хороших стихов, красивых мелодий. А я тебе, как смогу, помогу обязательно. И хочу спеть новую песню, которую мы с тобой, кстати, написали, которую ты еще до сих пор еще не слышал. В принципе, ее никто не слышал еще, поэтому это будет сегодня премьера этой песни. Она называется «Теплые летние ночи». Это бэк-вокал мой. Ой, со стариками не поют. Нет, со стариками не поют. Вы замечательные парни, просто у вас замечательное лицо. И мой друг Швед сказал, что вы тоже презенты дарите, да? И всякие сюрпризы, так сказать, делаете. Да, а вот мы хотим, ребята, честно говоря, вот за ваше творчество, за ваше великолепное юношество вот, сделать приз от Ларса Осленда из Швеции. Он желает ваш фонд внести 100 баксов просто. Окей? Ой, е! Лассе, битте! Зак! Я бы прихватил радио микрофончик один, симпатичный. Let's go.
Спасибо. Спасибо. Я хочу, чтобы поаплодировали трем моим сестрам. Спасибо. Ну что вы как-то не резко реагируете-то? Реагируйте на звезд, как не резко говорю. Итак, мы продолжаем нашу программу таким нон-стопом. Я хочу пригласить на эту сцену певицу, замечательную певицу. Девушка на сцене. Мужчины, все приготовьтесь аплодировать. Зовут ее Аллен. Встречайте! Девушка по имени Аллен. Я хочу сказать вам, чтобы обратили внимание на эту певицу, потому что очень скоро певица Аллен будет очень популярна в нашей стране. Сережа, я поздравляю с своим замечательным юбилеем. Я хочу, чтобы твое имя появилось на аллее звезд. Вот здесь вот в России. Спасибо, здесь билет, у меня еще никто не пожелал. Спасибо. Всего. Удачи. Покажется мне.